ученые из 30 стран и 3 континентов собрались в Санкт-Петербургском университете для того, чтобы обсудить международные отношения России и Иберо-Америки. Иберо-Америка – это 35 стран, в которых говорят на испанском и португальском языках. Между этим регионом и Россией исторически сложились партнерские отношения. Сохранение и развитие дружественных связей с Иберо-Америкой – одна из главных задач 3-го международного форума. Сюда приезжают люди, которые искренне, многие любят русский язык и Россию, которые хотят много подчеркнуть в нашей истории, и которые хотят, чтобы эта история, та часть ее, которая у нас общая, продолжала сохраняться и работала на нормальные отношения между нашими государствами. На открытии форума выступали известные политики и научные деятели, специалисты в области иберо-американских отношений. Приехала и экс-президент Бразилии Дилма Руссеф. Сергей Брилев, известный телевизионный журналист и заместитель директора телеканала «Россия», давно уже всерьез занимается этими проблемами. Работу в телевизионном эфире он совмещает с руководством Институтом Беринга-Беллинсгаузена. Для Сергея выгоды сотрудничества России и Иберо-Америки совершенно очевидны. Мы во многих вопросах дополняем друг друга. Мы умеем одно, они умеют другое. Давайте самый простой пример. Но апельсины в России вырастать не будут. А космические корабли там нечего делать. Вот недавно полетел эквадорский спутник на российской ракете. Вот оно сошлось. Поэтому, в принципе, с Латинской Америкой надо искать в экономике такие нишевые вещи, и они есть. А в политике все вообще очень очевидно. Формат форума позволяет людям из разных стран и сфер, экономистам, политикам или общественным деятелям обмениваться мнениями, опытом и открыто обсуждать международные проблемы. Принять участие в этой дискуссии могли и студенты. Студент должен, во-первых, услышать, увидеть, а во-вторых, получить возможность, ну, не селфи сделать. Вот это как раз, это красиво, конечно, это на века остается, а подойти, задать вопрос, выслушать ответ, поспорить. Политика, экономика, культура – тематики не только для общения студентов, но и их серьезного научного дебюта действительно предостаточно. Первое пленарное заседание завершилось объявлением результатов конкурса молодых исследователей Иберо-Америки. Пройдет несколько лет, и, возможно, решение вопросов международной политики будет зависеть от нынешних студентов. Анна Макарова, Владимир Лушин, телеканал «Мост».